Тит Лукреций Кар. Цитаты. Лукреций. Римский поэт и философ-материалист, продолжатель Эпикура, автор поэмы о природе вещей. Цель философии видел в том, чтобы указать путь к счастью, возможному для личности, кинутой в водоворот общественной борьбы и бедствий. Вместе с ростом тела развиваются и душевные свойства. Вместе с ходом времени меняется значение вещей. Все приходящее, природа все претворяет. Все сущее – ничто по сравнению со Вселенной. Если слюна человека коснется змеи, она погибает. Если чувства будут неистины, то весь наш разум окажется ложным. Некая скрытая сила рушит дела человеческие. Нет вещи, которая могла бы возникнуть и расти одна. Новое мнение губит предшествующее. Познание истины порождается в нас чувствами. Каждый чувствует, каковы его силы, на которые он может рассчитывать. Из ничего не выйдет ничего. Охотно топчут ногами того, кого прежде очень боялись. Моя наука – это жить и здравствовать.